Яко Твое царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
будет радуйся в радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да восприимет ныне динарий. Воскресе Христос и радуются ангели. Воскресе Христос и жизнь жительствует. Воскресе Христос и мертвый не един в гробе. Христос воскресе! Христос воскресе! Единородного Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного Иисуса Христа, Сына Божьего.
со всеми вами. Паки-паки, вас поздравляю со Светом Христовым Воскресеньем, с Пасхой Христовой. Рад, что мы вместе так потрудились, и Великий пост, и вот в эту ночную службу постояли, потерпели, и Господь дает нам утешение. Прежде всего, это, конечно же, соединиться с Господом в едино тело, в един дух, то есть глава Господь, а мы все части от общего тела Христова. Для нас это радость, что мы вместе с Богом, вместе друг с другом, и праздник нас касается. Дай Бог сохранить нам всю эту пасхальную радость во все дни и светлого Христова воскресения, 7 дней он идет, сегодня первый день, завтра второй, до субботы, а потом уже будет Малая Пасха, Антипасха и так далее. И кто, как Серафим Саровский, жили по Богу, так настоящей духовной жизнью, того была всегда Пасха, тем более в Царстве Небесном. Поэтому дай Бог, чтобы сохранить. Я особенно хотел пожелать вам, что в дни Великого Поста мы делали много поклонов, много молитв совершали, коленопреклонений, всяких подвигов, милосердия. А в Пасху часто мы начинаем веселиться, радоваться, теряем голову. Поэтому пожелаю вам не терять головы, сохранять какое-то молитвенное правило соразмерно своей духовной жизни, с согласием с духовником, и подвязаться, не расслабляться. А радости никто не отнимет от нас, если будем хранить закон Божий и жить, ходить по стопам Господним. С праздником всех вас еще раз! Христос воскрес! Сейчас я буду яички бросать, его проверим, какая реакция еще в конце. Далеко.
встала. Ты сколько яичек? Яичек. Нет, еще не приближает. Держи. Держи в карман. Воистину воскресе! Искусство грабежа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Еще блин! Еще как?